Всем привет! Ну что, друзья, мы продали дом. Все, уже окончательно подписали договор, сдали все документы в МФЦ, получили деньги. И теперь у нас пока нет дома. Документально. Потому что вторая сделка будет у нас чуть позже. Сейчас утрясем кое-какие нюансы, как бы, и будет вторая сделка. Сейчас еду домой. Что у нас на повестке дня? Сегодня, возможно, нам подключат воду. Представляете? Сегодня, возможно, подключат уже воду. Вот. Что для этого нужно? Сейчас я приеду домой, покушаю. И после часа мне нужно кое-какие квитанции оплатить. Оплатить квитанцию за подключение и оплатить за отключение. Короче говоря, было отключение, и оно было, оказывается, не уплачено. Созвонился с прежними хозяевами, все, без проблем перевели деньги, как бы, да, мне нужно будет просто заехать, оплатить, взял квитанции, все, заехал в водоканал, вот, в кассу. Оплатил бы сразу, но там только наличкой. А до налички это до банкомата ехать. А до банкомата ехать, у них обед начнется. Давай это, короче, после обеда. Сейчас, когда я приеду домой, сам пообедаю. И рвану уже на водоканал. У нас сегодня вообще реально и свет подключения идет. И воду, возможно, подключат сегодня. Красота. Вот. Дом продали, свет подключили. Свет провели, кабель провели, воду подключили. Ну, просто не день, а сказка. Сейчас новые покупатели должны еще приехать. Для какой цели? Чтобы посмотреть, показать дом невестке. Вот. Но это будет после часа. Сейчас, короче, еду я домой. Приехал, точнее, я в старый дом. В наш старый, любимый. Но не наш дом. Вот. У нас... Не считая сегодняшнего дня, 13 дней, чтобы съехать. Это просто шиндец какой-то. Так что мы в усиленном формате будем сейчас работать, работать и работать еще раз. Такие вот дела. Так, в очередной раз я из машины зацепил прицеп. Потихоньку перевозим вещи в новый дом. Сейчас приезжали покупатели. Еще раз посмотрели. Прошлись по дому, там кое-какие нюансы обговорили. Вот. Еще раз посмотрели все внимательно. Потому что как бы подписали же договор, вроде бы, да, там в договоре все типа просмотрели, все хорошо, да. Она вроде бы, да, все хорошо, а видимо нет. Еще раз надо посмотреть. Вот, ну ничего, приехали, посмотрели все. Вот, съездили в школу тоже там. Ну, как бы это уже их. Жизнь, их дела. Посмотрели через станицу, все понравилось, все хорошо. Сходили на речку. Вот. Там пару нюансов, пару вопросов позадавали друг другу. Вот. И все. Сейчас едем на водоканал. Нужно оплатить две квитанции. Сомневаюсь, наверное, скорее всего, сегодня уже нам не видать воды, потому что немножко не уложились мы по времени. Вот. Возможно, сегодня не успею даже подключить воду. Но не столь важно уже. Сейчас мы все оплатим. Понедельник, так понедельник, во вторник, как получится. Вот. А вот со светом что-то как-то странная беда. Электрик не звонит, хотя он должен был в час позвонить, а время уже 2. Вот. Ну, он имел в виду, что он после часа наберет точно, потому что тоже там будет ему после часа известно его фронт работы. А еще макулатуру сегодня нам нужно сдать. Всю библиотеку, книжки и тому подобное. У нас принимают ее по 7 рублей. Мы набрали мешков 6. Знал бы, блин, 2 мешка или 2 или 3 мешка я сжег. Ну, что поделаешь. Один мешок в среднем килограмм, наверное, 8-9. До 15 килограмм, короче, примерно весит мешок полных книг. Вот сейчас жду. Жду жену, как всегда. Вот она там для вас видео публиковывает. Чтобы все смотрели и не пропустили. И поедем.
Сегодня погодка у нас хорошая, скажу так. Ветра нету. Вот. Не сильно холодно, терпимо. Для работы самое то. У нас осталось сегодня, скорее всего, завтра, послезавтра обещают дожди. Ладненько, чё, увидимся позже. Включимся уже в доме. Посуда? А? Посуда. Посуда. На подоконник ставь. Это какие-то обряды. Так, бумага. Это что такое? Говоришь, что это в... Это что? Это не орешница, но это вафельница. Вафельница. Еще одна, да? Да. Круто. Попробуй вафли не испечь. Да не говори. Так, еще один месяц, новый. Положи на этот, на подоконник, да, потом это будем смотреть. Так, это кто? Руж. Ну я же понимал, какие... Ну ты положи мелочи? Это туда, я мелочь сама все разберу потом. Никого нету, ни кошек, никого. Газель есть, не? Нет, какая-то белая машина. О, они сейчас здесь все столпились, и здесь машины как назло подъехали, возле нас там поставили машину. И газель сейчас скажет: здрасте, ребят, вы чё? Так, бумага. Блин, макулатура что ли? Ну ладно, скидывай. Так, это вода. Вода к нам, да, приехала? Да, да. Ну ёк-макарёк, все сразу к нам. А ребята не могут сами сюда зайти ещё, если им доплатить, они сами все разберут, нет? Может быть, мы поговорим. Иди это... спускайся, вода тебя ждет. Мужчина стоит. А зовёт, да? Аварийная служба. Ничего мы тут собрали, блин. Вода. Да, сейчас газель приедет, скажет, где мне вставать. Я тут вот здесь. Все, короче, встали. Все, встал. Приехала газелька. Какая-то детская. А? 4900 сегодня еще надо будет за воду заплатить. Еще 4900 за воду? Да. Вот за этот дом? Вот, 4900 за новый счетчик и за работу. А-а-а, ага. Господи. Только что уплатили, съездили опять? Да, это нужно опять платить? Нет. Так, это что? Рушан, какие-то типы странные, скажи. Ага. Да, тебе тоже показалось? Он стоит, что-то говорит, рука опухшая, котел, говорит, упал, у меня перчаток нету. Как приехали работать, еще не понимаю. Прошу свои давать перчатки ему. Пусть работает. Ну, главное, чтобы все не здесь металл у нас это, не загрузили нечаянно. Ну да. Зеркало нормальное. Все, я отдал. А, все. А я думал, один надо. Да. Все, я отдал. Во вторник здесь все. Спасибо вам. Слава Богу. Грузчики это. Грузят и матерятся. Чарушка там сверху будем скидывать, они будут? Ну пусть сейчас это, потому что по рейсам будем смотреть.
Ну потом разберешь все. Неудобно, да, тут проходит такой узенький. Ага. Я вчера разбирал за мусор. Но. В одном ящике, короче, был пакет патронов. Настоящих патронов. И от чё? Мелкашки. Я в огонь. Они как давай в разные стороны стрелять. Я как лег, как у меня пока не сильно. Что ты сейчас сочиняешь? Я тебе серьезно говорю. От мелкашки патроны, ага, они нагреваются, детонируют, и пули в разные стороны начинают разлетаться. Я говорю, ладно, я успел это. Один бах, стрелял такой. Я вспомнил, что в каком-то ящике были патроны. Эй! Так, смотри, вчера ты могла домой встать, если бы я не увернулся. Я сейчас тебе дам. Я тебе серьезно говорю? Угу. Что там еще? На, твой еще здесь молоток огромный. Ой, тяжелый. Так, здесь темно. Угу. Это тумбочка какая-то, да? Это стулочка. Стулочка? Ага. Тумбочка, короче. А там что-то есть внутри, что ли? А, все понятно. Ну, вот такая газелька небольшая. Вообще маленькая. Нам как-то, мы помним, нанимали трактор. Трактор мы почем нанимали, когда у Кристины? 1003, что ли, но это было сколько? О, ну он какой огромный трактор. А тебе не... Не вот этот стол лучше, чем тот, который ты хочешь там в роллеров щипать? Ага. Пока клетку не мидут, все. С первого раза не ломается. Угу. О, металл. О, сколько мясорубок. Я говорю, я металл сдал. Справдаешь я... мусор, да? Тостер есть. А, то не надо. Вот такую скидку не надо. Да подальше я его закину, Юра. Может, ты сюда. Подальше, на тот борт надо, блин. Там не закинь, там сильно много планов.
Все идет. Вещи, блядь, ужасные. Только ключей сюда немного. А здесь только в шкафу осталось немного. Тебе надо. Ты один на всю жизнь. А ты ее вырви, а деревяшка выплести. Система. А, прикурить, блядь, ты пиздец, что спина сюда. Ты еще ваш, вот сейчас я сюда поставлю. Блядь, я спина раскрал. Хорошего еще дохуя. Вот где. Надо его подрезать, там еще мелочи. Будет ходить. Бля, что так высота. А что? Досочки. Нужны вам? Вам нужны? Я заберу. Ага, сейчас я еще тут гляну, тут еще. Нет. Тут еще такие есть. Не, если вы... Вон, смотрите, какие красивые. Тут их там несколько штук. Три такие, три такие. Вот. Вот сюда туда поставлю ваши. Да. Да, кота. Нет, стань. Ага, да, я да? Знаю. Нет, ну да, а я знаю, знаю, у меня у мамы такая есть штука. Ага. Сейчас ее есть, перекурим и начнем. Да, чуть-чуть, да, прибежать. Хуя себе. Хуя себе, победа, блядь. Новый медальончик, смотри, нихуя себе. Щечок. Вентилятор есть вот такой. Он, мне кажется, вообще рабочий, все хорошо. Не, если были бы старые кнопочные телефоны, я бы забрал бы, блядь. А что с ними делать? Не, ну, блядь, это свет, может, я не занимаюсь. Здесь нету света. О, блин. Я знаю, для чего собираю? Я с них ищу рабочий. А. У меня такого нету, да? Или старые сенсорные? А?
Это серебрянка, видимо, какая-то. Ага. Смотри, как бы добавить. И вот еще целый мешок. Все хорошо. А я думаю, что за грохот там был. Как упало? Оказывается, он пинал, что-то попало. А я здесь уже батарейка села, вот этот вот, тут не видно уже, эти прям чернота. А вот шкафчик, вот он, который здесь стоял, я его освободил. Как открыла, он полный. Думаю, обалдеть. Что, здесь все больше нет? Щипа ничего? Нет. Ага. Такой вот, видите, тоже. Зеркало. Так, что у нас, хлама все меньше и меньше. Становится. Ну вот это только будет Рушан убирать в сарай. Что-то все на металл будет перебираться. Сверху не пойдет. Ставь на низ. Упадет. Бельберг закрывается, да? Видел, что будет здесь еще горшочка всяких? Ага. Целая куча сейчас не видно. Ой. Уже комната так достаточно больше стала, да? Ага. А, ты вот про этот тостер имел в виду? Да. Да не нужен, он старый, ты что? Ты его на металл возьмешь или что? Нет, весь я больше не провожусь. Ну тогда я выбрасываю. Ох, все, мелочь оставляю. Сейчас я эту мелочь всю сама повыкидываю. Куда пакетик? Иди отсюда. Ва. Ова. Так, улетает. Продолжаем расхламляться. Кот Василий. Подкачаем немножко. Там же шотловки это. Там лодка есть, у него такая дырка. Вот, да, вот это на велимарах нет.